рано почивать на лаврах, и прошлый год показал для нас всего лишь то, что нам есть куда расти. Прям очень насыщенный год, очень успешный год. Год открытий. Стрессовый год. Интересный год. Год провала. Год успеха. Следующий год будет лучше, чем прошлый, потому что я сделаю его лучше. Я надеюсь, я очень хочу, я буду сильно стараться, чтобы СТОП-2 мы стали топ-1. В 2017 году я хочу пройти в плей-офф континентальной лиги. Я хочу себя зарекомендовать как лучший сапог в СНГ. Хочу, чтобы стрелки стали наконец-то полезными. Я хочу поиграть в Virtus.pro в финале. В 2017 я хочу попасть на чемпионат мира. А если 2016 год был годом перспектив, то 2017 год – это должен быть год, когда эти перспективы должны быть реализованы.